Всем привет! Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто нам помогал в создании барботажа для биофильтра. Потому что с первого раза у нас не получилось. Можете в предыдущем видео посмотреть. Там были биромаксовские распылители. И для них надо давление нормальное. А наша воздуходувка, я думаю, больше там одного очка, наверное, не выдает. Вот. Вот, посмотрим с этой стороны. Вот трубы, я надеюсь, видно, как лежат. Здесь у нас сетка. Здесь у нас типа приямок такой, отгороженная сетка. Но, кстати говоря, с той стороны и сюда идет под уклоном. То есть яма с этой стороны. Это чтобы, ну, можно было попроще мусор как-то вычищать отсюда насосом. Ну, не знаю, как себя покажет. Вот, смотрим, что делали. Значит, воздуходувка. Вот ее параметры. Труба 40-я. Уголок прям вкрутил в воздуходувку. Прям в резьбу. Здесь вот есть такое гнездо посадочное. Здесь вот она забирает воздух, а здесь выдает. И прям туда вкрутил уголок этот. И все. Значит, 40-я труба идет сюда, потом вниз до дна. 40-я труба идет сюда, потом вниз до дна. И здесь в тройник вставляется и расходится. Здесь 32-я уже пошла по низу. То есть 40-я так и так. Дальше все из 32-й. То есть вот эта тяга и вот эти 5 тяг. Эти 5 тяг, которые продольно вот так вот стоят, они просверлены с двух сторон, то есть слева и справа получается, вот так. Сверлом 2 мм с шагом 10 сантиметров. То есть вот отсюда и до конца. Вот эту трубу, получается, где тройники, углы, мы ничего не сверлили. Вот, что еще рассказать? Не знаю, что еще рассказать. Сейчас включу, посмотрите, что как получилось. Сейчас разгонится, я думаю, нормально будет. А, кстати говоря, все трубы, которые лежат вот так, мы их вывели в горизонт с помощью лазерного уровня. Ну, там примерно плюс-минус там 1,5-2 сантиметра есть уклончики какие-то, но все равно, если ее делать одну сторону, допустим, с этой ниже, с той выше, то это будет очень плохо. Воздуходувка может в ту сторону не качать. А так вот, смотрите, прям, допустим, с этой ниже, с той выше, то это будет очень плохо. Воздуходувка может в ту сторону не качать. А так вот, смотрите, прям вообще отлично, мне кажется. Барботировать будет нормально. Вот сейчас все вроде бы пробило. А может быть, еще не все. Ну, прям хорошая аэрация такая идет. Не знаю, что там будет по углам, но прям мне нравится. Еще раз, ребята, всем спасибо огромное, что быстро и прям все по делу ответили. Всем пока.